Коляску-вездеход в помощь инвалидам изобрели новосибирские инженеры. Сегодня с заводского конвейера сошел первый уже не опытный, а промышленный образец. С помощью изобретения без чьей-либо помощи инвалиды могут подниматься по лестницам и самостоятельно преодолевать любые препятствия. Единственная в своем роде коляска-трансформер при этом стоит в несколько раз дешевле иностранных вариантов. Ольга Маховская проверяла, как это работает. Это можно назвать эволюцией инвалидной коляски. Вот она всем привычная, не всем удобная, обычная четырехколесная. А вот так ее несколько лет назад представляли себе новосибирские изобретатели. Добавили гусеницы. Опытный образец тогда собирали из подручных запчастей. Потом полгода тестировали, дорабатывали. Революция в эволюции. Спустя всего 4 года готова. Новенькая, блестящая, практически только что с конвейера. Уникальная коляска-вездеход. На ней можно ехать по лестницам и высоким бордюрам. Всего 8 километров в час максимальная скорость. Кому как больше нравится, да? Кому-то больше болида напоминает, кому-то танк, кому-то трактор, кто-то трансформером называет. Руль автомобиля – это джойстик. Захотели поехать на гусеницах – нажали эту кнопку. Захотели поехать побыстрее на колесах – нажали вот эту кнопку. Раньше, чтобы попасть в читальный зал библиотеки, Олегу нужна была помощь 3 мужчин. Подъемный этаж – минимум 5 минут. На коляске-вездеходе в несколько раз быстрее. Ну все, поздравляю. Довольно-таки, я считаю, быстро поднялся. Ощущаешь то, что свободный в том, что никто, ни ты никого не обременишь тем, что ты вот в таком положении. Получается, никого не обременяешь, можешь сам все сделать. Ступенькоход с заводским названием «Катервиль», по-домашнему просто «Катя», пожалуй, первая социальная разработка новосибирских инноваторов, которая все-таки сошла с конвейера. Конструкторы старались сделать ее доступной для инвалидов. Стоимость 400 тысяч – это в 3 раза дешевле, чем французский ее аналог, при том, что «Катервиль» превосходит ее по техническим характеристикам. За серийное производство коляски-вездехода взялся один из местных оборонных заводов. Опытная партия уже выпущена, заказы теперь идут со всей страны и даже из-за границы. Стать более мобильными в городах с ограниченными возможностями для инвалидов мечтают тысячи людей. Ольга Маховская, Максим Федосеев. Новости здесь. Новосибирск.